have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. У нас осталось еще несколько незаконченных дел здесь внизу. Во-первых, а что у нас в принципе с Шекспира-то падает? Мы же только что сохранились. Может, пойдемте грохнем его к черту? Я по-моему, один раз на него нарывался, но не в тех. У меня есть убийство. Ладно. То есть я на этого чувачка наезжал в тот момент, когда он мне был еще вообще не по силам. Блин, мне везде по пол хпшки, вы издеваетесь. Так, умение. Может, я тебе по ногам буду потихонечку лупасить? Тридцать ему не сносит с первого раза. Так, одну ногу я ему отбил. Бам! Перелом. Бам! Пофиг. Черт, вот это у тебя колотушки. Мы типа ему так быстро обе ноги отфигарили? Умения. На месте до сих пор, ах ты тварь. Ай. Блин, больно. О, он испуган. Так, атака. Ему можно сейчас бошку отрубить. Умение трёх пироманта. Вот. Давайте мы ему просто бошку. Вот, все, нормально. Отряд побеждает. Жизни у него вообще не осталось. Зачем я это все делал? Камень душ, да, хочу. И обыскать. Тюремный ключ у железного Шекспира. А зачем мне это тогда? Черт, тюремный ключ можно было получить просто у охранника. Ну, как бы да, но оно того не стоит. С другой стороны... Черт, не хочу. Не хочу, спасибо. Это не тот противник. Ну, то есть я с него получу... Ну, душу я с него получу. Хорошо, а толку мне с этой души? Вот, а так... Ну, это противник, от которого очень легко убегать. И... Он, в принципе, тогда нафиг не нужен. Если бы он давал бы что-нибудь офигенно ценное, был бы, наверное, смысл. Сейчас я смысла с ним драться не вижу. Я просто попробовал свои силы, как оно в ашпе. Ну и в ашпе, да. Так, где у нас тут были манёбы? Ну-ка, иди сюда, дружище. Как бы все. Оно меня лечит! Да, это кольцо лечит. Суперски, блин, это кольцо с восстановлением. Тогда мне нужны такие мелкие драки. Получается. Черт! Сраный рыцарь! Я не могу с него снять кольцо стылой крови! Твою за ногу! Я бы ему очки дал, или ворон-истязатель, или что... Ай, как обидно-то сейчас вот было-то, вот... Ах, просто... Иди сюда. А, но если ход не проходит, оно меня не лечит. Но это, в принципе, тоже логично. Нужно, типа, чтобы ход прошел. Я оставлю пока это колечко, но его нафиг.
Винный бочонок пуст. В смысле... Я сюда за одной бутылкой шел. Я думал, тут это, а оно тут вообще не то. Черт, это было сейчас обидно. Ладно. Зато потестили на манёбах. Погодите, а тут нету второй комнаты с... Это какое-то говно тут. Это я убил. Ой, червивус. Умничка, я тут не лутался. Синий флакон. Морковки. Томаты. Тут прям тема. Почему я тут не лутался? У меня не было времени. Кусок ткани. А, это я просто плохо облутал. Вот, тут есть еще винные бочонки. Ну-ка, ребят, нам нужно эту манёбу сложить. Спасибо, кстати, что сказали про ее специальное такое вот умение. Головой в голову. Фу. Оно меня ударило на 12... Ай, блин. Сдохни, тварь. Вылечил на 7, ударило на 12. Ах ты ж. Так, да, вот. Второй. Уже пусто. Третий. Ладно, три бутылки. За тремя бутылками пришли. Плюс чернику подобрали. Я не могу чертов черничный пирог приготовить, потому что я, блин, не умею. Мясо гнилое можно? Спасибо. Ну что ж, хорошо. Подземелье долутали наконец-то. Теперь за мелкой. За мелкой я не пойду. Как бы это, наверное, очевидно, да? О, грибочки. Что вы тут делаете? Почему я вас не забрал? Я, наверное, пошел бы сейчас. А, вот, вот это место. Кто там слабеет уже от голода? Блин, вы это... На тебе за плесневелого бреда, а тебе, блин, чем тебе покормить? У меня есть просто куча полуфабрикатов, но я не могу нифига с ними приготовить. И жареное мясо, хош? А сколько жареное мясо у нас? Погоди, может... По-моему, это растрата. Давайте помидорчиками буду кормить. Да, с помидорчиками вполне нормально. Их тратится довольно много, но это не страшно. Хорошо, пойдемте тогда к дереву, что ли. С рыцарем мы разобрались. Ну, здорово, доходяга. Твой взгляд... Кто ты такой? Сорок на хосте принесла, что подземелье недавно упомянул. Я делаю возможность для торговли, так что будешь что-нибудь брать? 50 серебряных, зелье жизни, зелье полного здравомыслия, полного исцеления. Это все, короче, фигня. Это все фигня. Спасибо, знаем. Научены горьким опытом. Так, хорошо. Слегка голодна. Тут у нас вроде как еще кто-то лазил. Печку зажечь можно. То есть что-то приготовить, что ли? Пустое ведро. Ничего не осталось. Ничего не осталось. Я бы пошел проклял оружие. На самом деле... Ай, блин. Факел. Петух. Зачем ты? Зачем ты так со мной? Факел уходит вообще просто как дети в школу. Иди сюда, урод. Быстрая атака. Отруби ему руку, пожалуйста. А ты укуси его вот за вот это вот. Откусил. Thank you.
А че вы его бьете? Вы ему голову откусили уже. Да, давайте используем. Обыскать. Тесак на бедренную повязку, которая мокрая от пота. Да. Я вам уже говорил, что не нужно кушать во время просмотра этой серии игр, да? Так, ну вот, короче, не нужно. Наверное, немножечко запоздалое предупреждение через сколько-то там серий, но вот я все-таки очищу свою совесть и скажу вам, что вот не делайте этого, пожалуйста. Так, этого мы убивали уже. Слегка голоден. Какое совпадение? Я тоже. Ты можешь взорвать? Да, мы в прошлый раз, у нас не было флакона, чтобы пойти. Там у нас какая-то кровать будет. И вообще финтифлюшечки. Ой, давно ты что-то не ссала, слушай. Потому что я тебя сухомяткой кормлю, но не обижайся. Два яйца. Метательный нож. Черничка. А, ребят, серию записываю под ряд, собственно, чтобы... Блин, использую монетку, черт с ней. Мне нужно найти... Алхимия, том 1, блин, как это было важно для меня. Где ты? Основа алхимии, алхимия, том 1. Это книги перечисления действия различных растений и трав. Наконец-то! Этот том был просто чертовски важен для меня. В общем, алхимели, все три тома мы собрали. Это самые, черт побери, нужные книги в этой игре. Я до этого не осознавал, насколько они нужны и важны. Так, хорошо, наконец-то мы можем сделать синие травы, зеленые травы. А зачем мне с зеленой травой-то мутить? Я вот сейчас синих травок намучу себе. По полной. Тело. Так-то нужно волчицу, наверное, бы подлечить. Голубой флакон один. Синие травы. Где там смесь? Ух, полтосик. Красиво. Наконец-то, блин, я нашел эту фигню. Я сейчас трачу монеты просто, блин, налево-направо, но... Акульи зубы? Что? А, это меч! Я забыл об этом. Это меч. А он лучше, чем мой меч? Погоди. Я помню, что акульи зубы — это что-то хорошее было. Да, он на двоечку получше. Острый зазубрин, лезвие отличает, отлично кромсает податливую плоть. У меня длинный меч, кстати. У меня два раза были прокачаны... И я такой спрашиваю, а как стрелять, блин? А как, блин, стрелять? А тут написано! Короткий лук. Так, а у меня... Так, во-первых, акульи зубы. Во-вторых, у меня стрелы-то есть. Перо, камень. Ножницы, бумага, метательный нож. Метательные дротики. Где стрелы? 7, Карл! Так, хорошо. Во-первых, порвать. В смысле, тут нет никого? Да ну кто тут уже за мной может прийти? Тут нет никого, вы что, издеваетесь? Ко мне телепортнули этого придурка. Ну, то есть, типа, он должен был на меня напасть. Ладно, я тут не сохранюсь. Но тут вместо безопасной зоны, типа, просто ко мне перекинули труп. Так, девочка. Привет, пока. Мы с тобой когда-нибудь еще, может быть, наверное, увидимся. Я совсем в этом не уверен. Меня это не интересует. Хорошо, сохранимся в другом... А, дружище, собственно. Таинственный мужчина выглядит словно ветеран войны, похоже, он потерял правую руку. Кто такой, что здесь, какая разница, или ты несешься каждый... Увидеть меня вновь? Вряд ли. Ну-ка.
Хотя, если задуматься, я и Зая, можно сказать, я ветеран этих подземелий, не так-то мне нашел манускрипт. Да-да-да, в нем множество страниц, мне удалось найти лишь некоторые указания. Пара карт, однако, отыскать не совсем по зубам. Возможно, сокровища спрятаны глубоко. В любом случае, мы здесь дела окончим. 50 серебряных. Как насчет 40? Нет. Карту 1, карту 2. Хорошо, пофиг. Давайте. Мне это нужно, поэтому... тогда, знаете что? Знаете что? Знаете что? Я вот тогда... подземелье прямо сейчас не полезу. Я пойду, во-первых, прокляну, наверное, оружие, чтобы я мог хоть как-то с призраками бороться. Потом прокачать бы что-нибудь надо бы, наверное, а? Что вы думаете? Использовать, наложить заклятие на оружие. Во-первых, так, у тебя есть 5 малых душ. Я могу на акульи зубы накинуть. Ой, короткий лук, длинный меч. Тесак. Да, наверное, на акульи зубы 2 души, что ли, уйдет? А мне, у меня есть выход. Проклятые акульи зубы, супер. Использовать взлом. На изготовке рывок. Рывок у меня есть, я так понимаю, да? Защитная стойка. Подвижная стойка, подсечка. Управлять вот этой штукой крайне неудобно. Так, хорошо. Раны, кровавый голем. Вот. А, меня это бесит! Высшая магия, антимагия. Погодите, антимагия? А что это и зачем это? Мне это нужно? Боевой клич. Поглотить. Поглотить что? Меткая стрельба. Стая ворон. О, это, кстати, игольчатые черви. Трюк пироманта. Блин, оно меня бесит. Оно не передвигается так, как мне нужно. Сферу тьмы я могу, кстати, выучить на кого-то еще. Но зачем? У меня есть маг, который этим умеет пользоваться. Феромоны, шепот любви. Что? Целительный шепот! Да-да, мне это надо! Черт, почему я не могу это изучить? Я могу учить только те, которые у меня базовые, да? То есть у меня есть Enlightenment, Domination, Endless. А как мне выучить какое-то базовое? То есть, например, видите, это я не могу выучить. И я не могу навестись... Я не могу никаким образом навестись на внешний периметр, чтобы посмотреть как-то... Потому что я вот это хочу, очень хочу. Мне нужно лечение, у меня с лечением вообще беда, вообще с пассивным лечением беда, и поэтому, блин, а как? Ребят, расскажите, пожалуйста, как вон вот тот глаз прокачать, который базовое умение. Как это сделать? Мне это очень нужно. Пожалуйста, будьте бобрами. На изготовке взлом. Взлом это... А мне это надо? Контрудар, защитная стойка. Поглотить. Вот видите, это я тоже не могу никак. Меткая стрельба. Боевой клич. Антимагия. Малдуша, чтобы антимагию... Высшая магия крови. Короче, не знаю, ребят. Расскажите мне, пожалуйста, как мне приобрести базовые умения. Не вот дополнительные, а базовые, которые внешние. Это вообще первый раз, когда я хоть что-то приобретаю. Мне крайне интересно. Так, хорошо. Теперь мы можем опять пойти к дереву, наверное. Раз мы уже здесь находимся, я сейчас еще раз быстренько гляну, чтобы тут никакой травки не было. Нам бы еще сохраниться вообще было бы хорошо. Легард все чаще оборачивается. Да, есть такое. Предмет труп.
Ну-ка, выкурить табак. Да, вот, пыхни, дружище, тебе полегчает. Так, тут у нас кнопочки, это я помню. Сраные кнопочки. Ты же человек, прибитого гвоздями. Принести его уже. Вот это ты орешь. Че, зачем так орать-то? Так, я... Не помню, где эти чертовы кнопки. Надо идти очень... По-моему, в этом коридоре, да? Вон она, вижу. Сохраниться. Какой орел, какая решка? Тут нет никого. Серьезно, тут нет никого. Фига ли? Ладно, повезло. Так, там будет сейчас вторая кнопка. Нам нужно выйти в сад, чтобы выйти к дереву. А, это нужно вот так вокруг обойти, да, все. В общем-то, получается, что... А, вон она, вижу. Знаете что? Вот так сделаем. Я эти... Ничего не осталось, ничего не осталось. Похоже, я тут все обыскивал. Вот, до сих пор Энки здесь. Почему? Ты все еще в здравом уме. Прошу не беспокоить меня. Уйти. Хорошо, хорошо, я ухожу. Пойдемте. Еще разочек заглянем вот всюду. Тут у нас собаки покоятся. Травка, не? Не, не будет травки. Ребят, сколько у меня зеленой травы? Давайте вместе посмотрим на это. Одна. Одна зеленая трава. И одну я использовал. За всю игру. Две чертовы зеленые травы. Да хорош, ссать. Не, ну я как бы не против, просто это меня это каждый раз пугает, как будто то ли игра зависла, то ли еще что-то. А это нет, это просто наша псинка ссыт. Так, ну его нафиг, факел. А еще мне бы найти книгу рецептов. Ну что, 25 грибов. Ну-ка, иди сюда. Нога. Я с чертовым луком! Его бей, да-да-да, его можно бить. Нет! А, без луницы это не заражает? Стой! Нет, я не с луком! Потому что я его снял на перекачку. Вот в чем прикол, почему его сняли. Так, хорошо. Оружие, короткие ножницы, длинный меч. Атака 33, 53. Ножницы 63. Стойте, а что если с луком-то походить? Она плюнула на безлуницу, но безлуницы как-то было на это... глубоко помочиться. Так, а где я в прошлый раз провалился и как это все? Я успеваю отпрыгнуть. Это, конечно, здорово. Может, мне туда надо? Здесь 13, неплохо.
225. Не сдохла, тварь. Ладно. Да-да-да, этого можешь бить. А, в этот раз отравила. Ага, понял. Ну, то есть, да, ничего ценного. В прошлый раз, видимо, просто так повезло. Так, белый флакон. А почему от... А, отравила-то... А, фига ли тебя-то отравила? Ладно, на. Где у нас там жареное мясо было? Надо всех сейчас поперекормить. Плесневелый хлебец, на тебе последний. И что ты будешь там у нас? Помидорчики ты хавал в прошлый раз? Можете капусты, сушеных грибов тебе скормить. Уйти, да нет, чувак, забей. Ну, в общем, да, у нас еще три противоядия осталось. Это не так много. Пожалуй, не стоит просто так бездумно нарываться на этих ребят. А то я об этом пожалеть могу. Просто первый раз она то ли промахнулась, то ли собака у нас иммунна к этой всей фигне. Так, вон еще одна дырка в полу, вижу. Я же говорю, может, мне это надо, потому я на них специально наступаю. Вот дырка в полу. Вот тут я провалюсь. Удачно провалюсь, наверное. Если я ногу себе не сломал. Ой, там что-то ходит. Две решки. Броня из мехов. Ну, блин, ребята! Я типа на это потратил... Погодите, мне вот что интересно. Вот так, вот так, вот так. Shift, говорите, стрелять, да? А! Я в него выстрелил! А я ему руку отстрелил! Фига себе, блин, ну... А, блин. Какой защит... Бесит. А, умение... Да ты успел? Прикольный ваншот. Я думал, что я его убью этим луком. Наивно, да? А ты кто такой вообще? Не, погоди, прежде чем такие вещи руками лапать, я сначала все-таки зубки-то возьму, наверное, и... Блин, этому чуваку надо бы разум прокачать. Где у нас там вино было? Мутные флаконы, червивый сок, стеклянный. Ключ. Так, сейчас. Я что-то слепошара. А, вот, флаконы с вином, 5. Раз. Блин, а они такие тоже по 40 добавлять, неплохо, 2. Вот этого точно не было в прошлый раз. Это меч, выполненный в восточном стиле. Меч вызывает опасения. Изучить. Выглядит тонким и острым. Ты чувствуешь исходящую от него странную ауру. Попытаться вытянуть евро... Чувствуешь, будто кто-то тебя преследует. Факел потух, вот что я чувствую. Чертов призрак. Призрак убийцы. Это киборг убийца. Нет, чувак, умение. Быстрая атака, подсечка, антимагия. Рассеет эффект слабых чар благодаря превосходящему знанию магического искусства. Слабых чар. Это интересно, то, что я выучил, кстати. Быстрая атака.
Блин, и я его боюсь, да? Миазма, я ему ничего не сделаю. А я могу... Погоди. У меня есть... У меня есть взрывной флакон. Я могу в тебя фигануться. И вот так вот еще и сферами тьмы с тебя избить. 53. Нормально. Да-да-да! Нет, вот его бей, пожалуйста. 409, красиво. А, предмет... Синие травы на себя, пожалуйста. Менее, еще раз его, вот так вот. А, ну норм. О. Подобно ветру, из дальних земель ты слышишь тихий угасающий шепот. Призрак убийцы, заверши мое задание. О, достойнейший. Восточный клинок был очищен. Ты начинаешь понимать гравировку на Эфесе. Восточный клинок был очищен и открыл тебе свое истинное имя. Темное лезвие Востока. Ребята, этого не было. Так, во-первых, травку... А сейчас уже поздно. Я, надо было ему смесь трав-то. Ай. Туплю. Так, акульи зубы проклятые, очищенные. Погодите. Изящный меч из Дальнего Востока очень острый, но хрупкий. Его форма создана для критических ударов. Для критических ударов. У меня рука на месте? Да, а почему я без щита? Я лук носил, вот почему я без щита. Я вас понял. Очищенный, 90. А вот так вот. Ну зубы-то, блин, на 15 побольше. Они еще и проклятые. Не, ребят, я пока с зубами-то похожу. Ну, то есть... Сколько у тебя урона сейчас? 105? 122. А, кстати, нет, не то. Вот ты. Кольцо духов. Я себе немножко хилочки-то добавил, поэтому... Можно, наверное, очки. Да, походим в очечах. Ребзин, это что-то новое. Этого еще не было. Не надо! Свали от меня в ужасе. У! Рангвальд? Ты что тут делаешь, дружище? Только давай мы не будем драться с тобой. Погоди. О, опять ты. И все еще дышишь. Ха-ха, я думаю, я тебя недооценил. Это место и вправду странное, не так ли? Говорят, это внутренность самого бога глубин. Это означает, что мы внутри древнего бога. Хочешь ли ты присоединиться к моей группе? Да. Нашел то, что искал? Няй, еще нет. Где-то здесь, в подземелье, заточен один человек. У него есть то, что не должно принадлежать ни одному человеку, а здесь, чтобы вернуть это. Пс, Лекард, он прямо здесь. Обернись. И вообще, возможно, избавиться от него. Он таит в себе зловещую энергию. Я сам не уверен, кто или что это такое. Так. Хочешь ли ты, да? Твоя группа и так уже довольно большая. Не люблю быть частью большой стаи. Я понял. То есть здесь его можно рекрутировать. В дереве. Окей, понял. Факелы. Фиг. Там, а не факелы. Сделать предмет. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Ребята, это новое. Этого не было. Это прикольно. А когда прикольно, это всегда прикольно. Странное место. Как будто тут должно быть продолжение, но его нет. Есть, есть вот так. А, я не могу туда... А, тьфу ты, там не надо дальше. Камень душ там валяется у нас. Это просто тайничок. Не для прохода, а для... Так, там это шмакозябра ходит.
красные травы. Что неплохо. Мертвецы. А как мне теперь отсюда? Ну, то есть туда я попал, да. Там все хорошо. А как дальше-то? Ладно, сейчас поищем. Вон там яма есть, в которую можно провалиться. А оно мне надо? Ну, давайте. Я просто отсюда вообще другого выхода не вижу. Ничего не осталось. Вон там эта тварь ходит, но я туда никак не могу пройти. Я, в принципе, тут, по-моему, больше никуда деться не могу. Чёртово второе сердце. Так, нет. Нет. А куда же, мне деваться здесь, куда же? Ну, давайте я его убью. Я, конечно, об этом могу пожалеть, но... восемь 480. До свидания. Нормально, если они не промахиваются и вносят full damage. Да, давай. В смысле слабеет от голода, Карл? Так, я начинаю кое-что подозревать. Наверное, вы скажете, что только сейчас, вот типа, да, ребят, только сейчас я начинаю подозревать, что если кормить человека не готовой едой, а просто продуктами, то он быстрее голодает. Это откровение, да, такое? Но вот мне кажется, что это так. Глубокие дебри 5. Стоямба. Моя лодыжка побаливает. Я... Погодите, вот этого не было. Там какая-то фигня, смотрите. Загадочная поросль пробивается сквозь поток. Лозы медленно пульсируют, как будто они впитывают жизнь откуда-то. Чёртов факел. Вот эти штуки похожи на мозговые цветки на вельзевулах. Вам так не кажется? Серьезно? А что, так можно было? Ой, ребята, это что-то интересное. Я тут не был еще. А собирать их нельзя, да? Да. Хорошо, там ходит вот эта штуковина. Я не уверен, что оно мне надо с ней встречаться. Камень душ. Вторая штуковина. Не-не-не, ты меня не видел. Вот эта фигня! Разрезать. Есть. Минус 2. Супер. Супер. Третью мы знаем, где она находится. Блин, как бы... от этого говнеца-то свалить. Я же его разрезал, надеюсь, да? Сейчас, секунду. Я не хочу с этими ребятами драться, с одной стороны. С другой стороны, мне интересно посмотреть, а что тут еще есть? Раз тут был какой-то тайный меч, еще какая-то фигня. А, погодите, это такие, как в библиотеке, это прокачанные. Я не хочу с ними драться. Что оно мне не надо. Ну, получается, нам сюда? Катакомбы 7. Да, отлично. Все, вот где мы оказались. Отлично. Два органа мы разрезали. Очень замысловатое такое место, как туда пойти. Хорошо, теперь предлагаю, раз мы здесь...
Вот это ж мы тоже разрезали, да, не подает признаков жизни. Минус 2, суперски. Я чертовски рад. Предлагаю, наверное, сейчас пойти сокровища подобывать. У нас есть две карты. Я надеюсь, что они же не поменялись там никак. Нужно будет вот с этим подземельем еще разобраться. Зайти в гробницу-то ладно. Там вот эта вот зеленая медуза, которая в прошлый раз на нас вылезла. Что будет... что с ней-то? Типа атаковать ее, не атаковать? Что, как вообще... Вот эту вот дверь надо будет открыть. Да чертов факел. Ненавижу вас. Так, по менталке у нас вроде нормально. Нормально. Хорошо. Да ну какой же ты нафиг? Олигард его испугался. Он ему со страха на 1500 крита вмазал. Ай, больно. Да хорош! Блин, всем пораздавал и сдох. Ну вот что за... Блин. Заразил меня, прикинь. Я потому вот этих тварей мутных и не люблю, потому что... Блин, они заражают. Это просто отвратительно. Причем какая-то сраная зомби... Камень душ, да, давай. Какой-то сраный зомби взял, ударил мага, ударил волчицу, еще и меня ударил, еще и заразил. И, блин, это одно чертово говно. Бутылочку Эля. Супер. У меня травы вообще нету. Вот синие травы. Щит с орлом. Спасибо, еще один. Здравствуйте, шопа, Новый год. Пойдемте. Сохранимся. Да, естественно, тут уже ничего не осталось. Черт, я потратил свою последнюю зеленую траву. Вот сейчас мне печально. Искать же ж нужно... А искать нужно в прошлом или в настоящем, я не помню. По-моему... По-моему, в настоящем, да? Мне нужно для этого физически карту увидеть или нет? Карта 1, карта 2. Ну, там, где три бочки. Раз, два, три, четыре, пять, шестой шаг от бочек. А второе... Нет, не предмет, погодите, книги. Карта 2. Ну, все там же. То есть от твари, от этой статуи жуткой 5 шагов. То есть вот бочки. Раз, два, три, четыре. Копнуть землю, да, вот здесь оно. Свиток хождения по воде и свиток трансмутации суперски. Это мы сделали. Теперь. Где я там мог? Вот здесь мог пройти, да? У меня шорткат. Да, вот он. Я не помню, там есть проход или нету. Вот в чем прикол. Мясо у меня вроде не наблюдается. Сейчас я сохранюсь по-быренькому. Везет? Поехали, посмотрим, могу ли я там пройти, или я там могу пройти только по светлому миру, я не помню, там проход будет завален или нет. Сейчас глянем. По-моему, не завален. Я думаю, что можно пройти. Так, Вельзевул, иди к черту. А, он не завален, он зарос. Это мне, получается, в библиотеке нужно будет повернуть куб, выйти на улицу, найти эту фигнюшку, подраться с пацаном. Так.
Знаете что? Все, ребят, тогда давайте на этом моменте заканчивать. У нас есть свиток хождения по воде. Мы потом сходим, я не знаю, может быть, я за кадром схожу за второй коробочкой. Третью мы, кстати, в прошлый раз так и не нашли. Я сейчас уже спокойно трачу время, потому что я буду загружаться. Так, хорошо. Мы научились стрелять, да! Я не знаю, сколько это полезно. Я тогда этой твари руку отстрелил, но она меня все равно атаковала. Я думал, ты убьет как-то. Ну ладно, пофиг. Неплохо, неплохо идет. Есть хилки, есть менталка, есть все вроде более-менее есть, и оружка есть, и все идет. Два босса у нас уже снесены. В следующий раз, ну, наверное, мы сходим к супермедбою, потому что пришло время. Так, тут еще по мелочи сходить к чудовищу водяному нам осталось. Зачистить, может быть, этаж с призраками, там, где Энки вроде обитает. Может быть, туда сходим. У меня нет зеленой травы, это огромнейшая проблема. Если хоть одна тварь меня сейчас поцарапает, мне просто кирдык. Поэтому, наверное, я даже не знаю, мне где-то нужно достать эту сраную зеленую траву. Это очень-очень-очень такой большой обидный минус в этой игре. Все, ребятушки, серию будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. Всем покеда.